Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество по делу Н-17. Заседания по делу Н-17 суда в Гааге возобновятся 31 августа. Заместитель генерального прокурора Гюндус Мемедов обсудил с послом Нидерландов Яганисом Дамолом вопрос сотрудничества по делу об авиакатастрофе рейса Н-17. Слушания в окружном суде Гааги по делу Н-17 возобновятся 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора. Отмечается, что сейчас продолжается работа международной совместной следственной группы Джит для расследования всех обстоятельств авиакатастрофы. Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по Джит. Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования идентифицировать лица из числа экипажа установки бук и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину, отметил Мамедов. Также стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России по делу Н17. В случае принятия Украины решения присоединиться к иску, офис генерального прокурора предоставит всю необходимую информацию, заверил Мамедов. Как отметили ВОКП, после возобновления судебного заседания в Гааге с 31 августа, Запланированы выступления адвокатов пострадавших и рассмотрение ходатайств адвокатов одного из обвиняемых. Напомним, катастрофа Н-17 произошла на Донбассе в июле 2014 года. По версии следствия самолет сбили из российской установки Бук. В результате погибли почти 300 человек. Как писала РБК Украина, Нидерланды подали в Еспш в июле новый иск против России по делу Н-17. На прошлой неделе Европейский суд уведомил РФ о соответственном иске. Также сообщалось, что в Евросоюзе ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу Н-17.